Гостеприимство и радушие – такие впечатления останутся у моряков Седова от посещения Кейптауна. Как сообщает по телефону капитан Николай Зорченко, все дни стоянки барк был окружен абсолютным вниманием. То, что мы зашли в Кейптаун, это настолько встряхнуло всю Южную Африку, и не только русскоязычный мир, но и вообще здесь. Дело в том, что Седов был здесь еще под именем командора Йонсера 77 лет назад проходил. И вот в аналах памяти народной сохранился визит этого четырехмачтового грузового барка. Поэтому внимание было очень со стороны прогресса, со стороны общественности. Но больше и лучше всего, конечно, было все организовано со стороны русскоязычного сообщества. Это и бесплатная экскурсия, и посещение горы столовой, и выезд там из доброй надежды. Без внимания Седов не остался и на пути в Намибию. По словам капитана Николая Зорченко, к барку с интересом подходило очень много рыболовных судов. А появление в порту самого большого парусника в мире на какое-то время парализовало работу на причалах. Ну а затем барк взял курс на Сенегал.